Киднеппер, киднеппер и военкоры. Да, он теперь киднеппер, вы знаете, да, это написано в решении на арест уголовного суда. Давайте послушаем. Владимир Владимирович, здравствуйте. Огромное спасибо за то, что нашли время с вами встретиться. Я очень рад вас всех видеть. Все предыдущие наши встречи, они проходили действительно в доверительной атмосфере, и разговор у нас был острый и откровенный очень, за что вам большое спасибо. Я чувствую, у вас так не получится, наверное, если камера работает, каждый захочет зажечь. Как обычно это складывается, когда работают телевизионные камеры. Нет, мы будем держать себя в руках. Мы очень надеемся на то, что... Каждый захочет зажечь. Ну, Кремль-то каждый захочет зажечь. Тут я согласен. Разговор будет, ну, честный, откровенный, все на это рассчитываем. С моей стороны точно, обещаю. С нашей тоже. Отлично, тогда так и будет. Вы не раз говорили о том, что в ходе специальной военной операции все цели, которые вы лично ставили, они будут достигнуты. Специальная военная операция уже идет довольно долго. Мягко говоря, очень долго. Меняется обстановка, меняется положение, меняются, наверное, и цели, и задачи специальной военной операции. Вот скажите, как они изменились, изменились ли? Нет. То есть спустя полтора года люди не понимают целей этой байды. Почему вопрос возник? Если бы люди понимали цель, точную цель, могли ее сформулировать, зачем задавать вопрос? Все было бы понятно. Раз задают вопрос, значит сидят за столом люди и не понимают цель. Зачем эта херня? Ну, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом... Они меняются, то есть цели меняются в соответствии с текущей ситуацией. Конечно, ничего мы менять не будем. Но в целом менять не будем. То есть они меняются, но менять не будем. Меняются, но менять не будем. Ну, шизик. Ну как, ну или они меняются, или менять не будем. Тут два, как бы, нельзя, чтобы это было одновременно. И менялись, и не менялись. Шизик. Они для нас носят фундаментальный характер. Здесь все очень опытные люди, особенно за последний год с лишним. Ну, такие, как вы, которые под пулями побывали. Ну, меняется сознание, я это знаю. Меняется сознание, я это знаю. Но он знает, да, у него уже поменялось. Не так, как вы, может быть, лазил под пулями, да? Но еще с тех пор, когда на вертолете летал, по нему стреляли трассирующими пулями. Понимаете, все это... На каком вертолете он летал, по которому стреляли трассирующими пулями? По каком вертолете он мог летать? Меняет сознание. Так а в чем наш смысл наших действий? Придется два шага сделать от центра поля. Ведь мы же были настроены были и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Конечно. Какие у вас добрые отношения с Грузией, с Молдовой, с Украиной, с Азербайджаном? Какие же добрые отношения, да? Мы так и делаем. Мы примирились. С Прибалтикой. С тем, что, ну вот, то, что произошло, то произошло, и надо с этим жить. Надо с этим жить. Мы примирились. Только хотим восстановить Советский Союз, а так примирились. Да, и вы знаете, я уже говорил, это не секрет, и нашим западным партнерам, как я их все время называл, мы все предложили. Мы считали, что мы свои буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. Мы свои буржуинские. Ну, вы варьё, это другое. Варьё. В НАТО я удочки забросил, давайте у нас рассмотрим эту возможность. Щелк оттуда, даже рассматривать не стали. И ИПРО давайте мы вместе сделаем. Бум. Значит, мы понимаем, что события там 90-х, начало 2000-х годов связаны с тяжелым наследием историческим, на Кавказе, например. Ну, с кем вы воевали-то? В значительной степени с Аль-Каидой. И чего? Какой Аль-Каидой? С бедным этим чеченским народом. Какой Аль-Каидой? Погибали, 30% населения Чечни погибло. Какая Аль-Каида? Делали наши так называемые партнеры, поддерживали. Какой Дудаев Аль-Каида, объясните мне. Это советский офицер. Где там Аль-Каида? Материально, информационно, политически, даже в военном смысле. Наплевать мне на то, что это Аль-Каида. Только бы нас раскачивали. И все вот в этой парадигме раскачки России. Мы же так, и так. Раскачки России, парадигма у него. Значит, договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили все. Нет. Почему? Ну просто слишком... Большая страна. Такая страна в Европе, в таком вот месте. Такая большая, с таким потенциалом. Мне нужна... Да, поэтому мы станем еще больше. Постепенно все пытаются распиливать. Украина одно из направлений работы по раскачке России. Да. По большому счету, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза. Ну, тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения, они будут определяющими. Но... Так Россия развалила Советский Союз. Она первая
из, вот, если не считать Прибалтику, Россия первая объявила о своем государственном суверенитете. Какие вопросы к другим могут быть? Вы же это празднуете. 12 июля 90 года Россия объявила о своем государственном суверенитете. РСФСР. И все, и пошла в свободное плавание. И вали, что называется. В силу целого ряда обстоятельств, исторических, экономических, политических, ситуация пошла по другому пути. И тоже на этом направлении, что только не делали. Но десятилетиями, по сути дела, ну если они кормили, то поддерживали экономику. Вы знаете, что повторяться-то, я уже это писал и говорил об этом. За счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Ничего не помогает. В конце концов, в чем закончил? Смотрите, это у него просто идет поток сознания, да? Такой словесный понос. Закончилось. Наших сторонников начали убивать на улицах просто. Дошли до господства. На каких ваших сторонниках на улицах начали убивать? Переворота. Но, послушайте, это же не первый госпереворот. А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Ну, подожди, я Ельцин пришел к власти как в России, извините. В 93-м году парламент расстреляли, Белый дом к чертовой матери. Причем, вообще, какое твое дело? Как пришел Ющенко к власти? Вот какое дело Путина? Как Ющенко пришел к власти? Это его рыло, что ли, должно интересовать? Показать вы вот эти, чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования. Какой нахрен третий тур? Тебе какое дело? Какой нахрен третий тур? Вы придумали на пеньках эти референдумы проводить. И в багажниках машин. Какие нахрен референдумы на пеньках? Он не предусмотрен Конституцией. Это госпереворот. Но он хотя бы прошел относительно мирным способом. И мы же общались с ними. Я туда ездил, они приезжали к нам. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, так ты признал, значит, не госпереворот. Нет, дошли до кровавого госпереворота. То есть стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и с братским украинским народом. Ну, поэтому с братский украинский народ мы решили уничтожить. Потому что, ну, не дают нам выстроить отношения. Так горит-то хата у соседа по-настоящему, да? Молодец, молодец. Ну, это русская логика, это правда. Это вот типичная русская логика. Никаких просто. Потом взялись после госпереворота, они понимали, что мы не можем же просто оставить Крым. Мы не можем просто, это невозможно. Это предательство было бы с нашей стороны. Тут же начались события на этом самом, на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, государство... Ну, были наши добровольцы, так это и есть притронулись. Вот сейчас добровольцы в Белгородской области, так ОР стоит, а там было таких добровольцев сотни и тысячи с тяжелым вооружением. Российское не имело к этому никакого отношения вообще, я вас уверяю. Конечно, не имело никакого российское государство к этому отношения. Никакого. Я вас в этом, но никакого. Никакого. Говорю совершенно откровенно, прямо и честно. Никакого. Вообще никакого, нулевое. Никакого. Да. А как же они вооружились? Вот вооружение откуда они взяли? Никакого. Там были люди из России, которые там пытались поддерживать местное население. В конце концов, нас, конечно, вынудили стоять на защиту этих людей. Просто вынудили. Вынудили их. Их все вынудили. Вынудили Крым забрать. Вынудили в Грузию вторгнуться. Вынудили в Приднестровье. Вынудили сейчас, да, там войну глобальную начать. Всех вынуждают, бедные. Они такие все вынужденные, понимаете? Мне прямо жалко их, этих людей. У них все вынуждено. Как жить, когда у тебя все вынуждено? 9 лет, и мы пытались искренне договориться о том, было трудно договориться о том, чтобы как-то склеить юго-восток Украины со всей страной. Но мы искренне стремились к этому. Теперь... Искренне, и мы искренне стремились склеить. Вы-то при чем вообще к этой теме? Если вы кричали, что это внутриукраинский конфликт, вы каким боком? И что ведь вы со своей склейкой? Мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули. Как... В народе говорят, кинули просто. И не собирались ничего выполнять, оказывается. Ну и все. Что Сурков сказал? Россия не собиралась в принципе ничего выполнять. Понятно. Но это другая страна. Это вообще не твое собачье дело. Ну да, сегодняшняя ситуация. Седмета. Поэтому эти вопросы, да, еще таких вот ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Ну не хотят они коммунизма. Бог с ним, да как кто хочет и сегодня. Значит, сбрасывают там основателя Украины. Ленин сбрасывает спидер. Основателя Украины. Это он придумал себе историю, что он основатель Украины. Основатель Украины, извини меня, Рюрик и князь Владимир. Вот основатель Украины. Владимир Красносолнышко. А Ленин, он основатель этих чекистов, да? Основатель КГБ, и до этого АГПУ, а до этого ЧК. Вот это вот единственное, что основал Ленин в своей жизни. Ну ладно, это их дело. Но на это место Бандеру ставят? Он же фашист.
Как он может быть фашистом Бандера, если он сидел в фашистском концлагере всю войну? Он украинский националист. Он боролся с Германией фашистской. За это его посадили в концлагерь. Он просидел в концлагере с 41 по 44 год. Он узник фашизма, а не фашист. Фашист это вот, точнее рашист сидит у нас и вякает. Вова Киднеппер. Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, которая возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого. Ну, потому что это не неонацисты. А кто решил, что это неонацисты? Ну, должно же быть какое-то решение, да? Трибунала, суда, ООН, не знаю, Европарламента. Ну, кто-то же должен решить, что это неонацисты и неонацистский режим. Не мнение Киднеппера, да? А, ну, какой-то бумага должна быть, вот на которую глянешь, написано, да, в Киеве сидит неонацистский режим. Где это можно прочитать? Кроме как в дебильном телеграмме у Медведева и в речах Путина. Ну, извините, но Путин не суд и не международная организация. Это его просто мнение. Мнение не очень далекого, не очень образованного человека. Ну, таких много необразованных, недалеких людей, что каждое мнение, где какой режим мы будем воспринимать серьезно. О чем мы говорим? Когда они уничтожали, просто понимаете, уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя и же с ним подобных, да? И теперь он встал на сторону евреев. Человек, который обстреляли россияне главного раввина Украины буквально 5 дней назад, а до этого обстреляли Умань, то есть там, где является главный хасидский центр Украины, и убили там огромное количество людей. Умань. Будет рассказывать про какие-то бородатые там времена Бандеры. Так вы сейчас евреев уничтожаете. О чем мы говорим? Кто нацист? Если эти плакаты разгуливают. Так что то, что там происходит, конечно, в историческом плане никогда не устроит. И когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос. А нам задавали встречные. Ну, а у нас нет ничего неонацистского. Чего вы от нас хотите? Ну, хотя бы, чтобы в законе там ввели соответствующие ограничения. В целом, кстати говоря, об этом тоже договорились в ходе вот того раунда переговоров. До того, как наши войска отошли там от Киева. Потому что после этого они все выбросили, все наши договоренности. Значит, защита, да, демилитаризация. Ну, мы постепенно, методично этим занимаемся. Да, уже Пригожин рассказал. Армия была боеспособная украинская 40 тысяч, теперь 400. Украины были... Там такое-то количество танков, теперь в 4 раза больше. У Украины появились патриоты, ПВО, наконец, современное, Storm Shadow, Хаймарсы, демилитаризатор наш. Какой умница! Вот демилитаризировал, так демилитаризировал. Ну, я даже не знаю, друзья. Можно ли еще больше демилитаризировать? Наверное, только уже атамаксы должны прийти F-16. И вот это будет уже полная демилитаризация. На чем воюют ВСУ? Ну что, они леопарда производят, что ли? Или Брэдли? Или даже поступившие пока на вооружение F-16? Ни шиша не производят. Ну и что? А что, вы шахеды производите? Нет. Вы их у Ирана закупаете. Ну так а при чем здесь это? ОПК скоро вообще перестанет существовать в Украине. Чего они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Не протянешь долго, не проживешь. Ну ты проживи долго, крыса. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, он, конечно, стоит очень так в практическом плане. Ну и защита людей, которые там... Да, к сожалению, пока обстрелы есть и все. Но в целом методично будем к этому идти, работать над этим, решать. И я уверен, мы решим этот вопрос. Так что, по большому счету, никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции, сегодня не произошло. Молодец. Не-не-не. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Дмитрий Кулько, Первый канал. Идет контрнаступление. Какой? Дмитрий Кулько, Первый канал. Первый.
Идет контрнаступление Украины, вы комментировали ситуацию на пятый день, но сейчас еще время прошло. Вы ежедневно получаете оперативную информацию, да. Как мы видим, не только от командования СВО, но, извините, напрямую, на передовую. Да. Сейчас что-то можете еще добавить к своим оценкам? Ну да. Это контрнаступление масштабное, с использованием, как я вот говорил совсем недавно публично, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4 числа. Началось 4. Продолжается до сих пор и прямо сейчас. Вот очередной доклад я услышал, что сейчас происходит. Значит, на шахтерском направлении. С утра прямо атака. До 100 человек личного состава, 4 танка, 2 бронемашины. Значит, на Временском направлении несколько танков, несколько бронемашин. Атака по нескольким направлениям. Уничтожено несколько танков, несколько бронемашин. Нанесено огневое поражение по личному составу. До переднего крайне дошли. Но в целом, конечно, это крупномасштабное наступление. Вот на Временском выступе начали, там на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь собрались, обсуждаем, идет бой. Идет бой! Прямо сейчас! Идет контрнаступление! Той самой демилитаризованной армии, как вы понимаете, да, идет контрнаступление. Той самой армии, которую он уже уничтожил 10 раз. А у них почему-то идет контрнаступление. Как так? Как это вообще бывает? Не знаю, чудо какое-то. Направление. Ну, что можно сказать? Ни на одном из участков противник успеха не имел. Не имел. Только отобрал десяток сел и 120 квадратных километров. Как сказал Евгений Пригожин, не имел успеха. Но это не успех, это, конечно, нет. Небольшие потери. Ну и для нас, конечно, слава богу. Я сейчас не буду называть потери по личному составу, пускай Минобороны это сделает, посчитает. Но там и структура у них потерь. Такая для них неблагоприятная. Что я имею в виду? Но вот из всех потерь они приближаются к оценке, которые можно назвать катастрофическими. Катастрофические оценки приближаются, никак не приблизятся. У них структура этих потерь, она для них неблагоприятная, потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Вот. И обычно, ну, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь 25%, ну максимум 30%. У них почти 50/50. Это первое и второе. Вот если брать безвозвратные потери, ну, понятно, что обороняющаяся сторона, она меньше несет потерь. Но все-таки это соотношение тоже 1 к 10. 1 к 10. Не, почему к 10? К 100 надо. 1 к 100. Вот тогда будет хорошо. Ну, что называется, в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины. Конечно, в 10 раз меньше. У нас все в 10 раз меньше. Кстати, бронетехники, там вообще вещи еще так более серьезные. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков. И свыше 360 бронемашин разного типа. За 5 дней вы бы видели лица этих военкоров. У них было такое, знаете, 160 танков отечественных, 3 портсигара этих западных, 2 видеокамеры, да, 2 пальто. Все это абсолютная дичь. Они вот реально они смотрят на него, как на шизика, как будто вот он связанный сидит, говорит, 160 танков. Каких 160 танков? Каких? Откуда там? Ну, Лукашенко, правда, его переплюнул, тот вообще сказал 150 тысяч человек за 5 дней. Это переплюнул он и эту Курскую дугу, и Сталинградскую битву, все сразу, поверху пошел. Вот. И это тоже 160 танков, 300 бронемашин за 4. Это значит, к концу лета у них счет будет так, что 16 тысяч танков, 35 тысяч бронемашин. Ну, потому что это еще впереди 90 дней. И если каждый день вот такие потери, то, ну, слушайте, там этих нулей не хватит. Надо придумывать новые цифры вообще, новую цифровую систему. Это только то, что мы видим. Есть еще... А еще то, что не видим, это умножьте еще на 10. Потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Потому что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. Да, мы видели, это оружие большой дальности, значит, жилой дом в Одессе, жилой дом в Умани, да, жилые дома в Днепропетровске. Видели, да, очень, очень, да, большое скопление детей.
старушек и другой живой техники противника. И вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Все, 30% украинской армии он уже уничтожил за 4 дня. Осталось-то там почти ничего. 30% человек уничтожил. Ну, я говорю, лица у этих военкоров, они такие сидят, типа, что он курит, что он пьет. Обалдеть. Вот примерно. Мне кажется, что если они объективно посчитают, они с этим согласятся. Но насколько я видел из открытых источников, западных источников, примерно так они, мне кажется, и говорят. Да, примерно так и говорят. 30% техники уже потеряли, да, 160 танков потеряли, так и говорят. А, не могу. Вот. Так что наступление идет, и вот результаты на сегодняшний день такие, о которых я сейчас сказал. Да, но наши потери по остальным показателям... А наши потери один танк. И один солдат, вот, который просто перебухал и выпил этого сидра выпил с канцерогенами, которые там бодяжили в каком-то отделении милиции. Вот это наши потери. Все понятно, конечно. Давай, киднеппер, жди. Ищемся Минобороны говорит, а здесь, вот я сказал, танков у них свыше 160, у нас 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту. Добрый день, Агранович Екатерина, блогер. У меня вопрос по Каховской ГЭС. Да. Случилась трагедия, последствия, да, экологические, социальные, нам всем еще предстоит оценить. Но вопрос такой, кто, по-вашему, виновен, понесут ли они наказание? И третье, какой помощи ждать людям с пострадавших территорий? Да, ну, кто виновен, понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Знаете, я вот не... Стремилась, говорила, очень хотим взорвать ГЭС. Буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. Так, по большому счету, мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чем? Перед тем, как разрушение произошло. Но, во всяком случае... Вот, мы не фиксировали взрывов перед тем, как произошло разрушение. О чем это говорит? Левиев, привет, спасибо тебе огромное за эту версию. Хватаемся за нее. Мы не фиксировали взрывов. Ну, понимаете, да? Теперь, степочку. Путин-Левиев, да? Что так мне докладывали, но они целенаправленно химерсами били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чем сейчас все дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю. Закладка у них была наркотическая, амфетаминов, которые я случайно съел, сказал Путин. Может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло. Чем-то добавили незначительным. Ну, не знаю, а коньяком, наверное. Разрушение. Ну, как мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Это... Ой, да, российскими. Херсон тоже был российский, вы его обстреливаете только так и в ежедневном режиме. Кого это волнует? И там Бахмут сравняли с землей, там люди жили. И Мариуполь сравняли с землей, там люди жили. Вот прямо он так волнуется за новые территории, за новое население. Крым 8 лет без воды был. Что, он сильно волновался? Кого это волновало? Первое. А второе, ну, к сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом фронте. Вот это самое главное. Вот это то, о чем он признался. Две вещи. Первое, что сейчас мы будем раскручивать вот эту теорию Левиева, что взрывов не было, соответственно, нас нельзя обвинить в подрыве. А во-вторых, значит, что это сорвало украинское контрнаступление. Контрнаступление. Собственно, это и была цель взрыва этой дамбы российскими войсками, да, чтобы не смогли украинские войска, вот как они сейчас успешно там, но с огромным трудом пробиваются на Запорожье, да, там в Херсонской области они бы пошли как по маслу, как вот Херсон они взяли вообще без сопротивления. И, собственно, это и была единственная причина. Все правильно. К сожалению, почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Вот... Да, да, плохо для них. А они уже на Херсоне так плохо наступали, что аж Херсон отдали. Поскольку такой разлив произошел, то, и, соответственно, и наступление не состоялось. Но... Разлив произошел, наступление не состоялось. Вот суть. Вот надо всегда ловить
суть сказанного человеком. Вот она, суть, сказанная этим человеком. Они сделали этот теракт, возник разлив, наступление не состоялось. Вот что сказал Путин. Но там очень активно сейчас работает МЧС, и военные работают активно, местные органы власти. Я вот недавно... Да, военные активно работают. Там обстреливают только так, все живое. Руководителем, исполняющим обязанности Херсонской области разговаривал с Альдо. Он говорит, мы, скажу вам честно, мы удивлены. Мы никогда не видели такой слаженной работы. Мы удивлены, сказал Сальдо, на себя называв «мы». Помните, как он стоял в каске, сзади водой уже все залило, он говорит, все отлично, ничего не надо делать. Люди ходят по улицам, там уже озеро просто за его спиной. Этот, знаете, как в Херсоне называют Сальдо? Сальдо со Сальдо. Это вот дружок киднепера. Ну, дай бог, чтобы так и было на самом деле. Хотя наверняка проблема есть. Там есть люди, которые отказываются куда-то уезжать, эвакуироваться. Откровенно говоря, и у нас такое бывает. Я помню, на линии, когда был разлив, там люди сидели на крышах, на коньке крыши и уезжать не хотели, потому что боялись бросить дом, боялись, что разграбят там и так далее. Да, боялись, что разграбят. На крыше сидели, вода уже полностью залила дом. Что там грабить? Он под водой, только крыша торчит. Боялись, что дом разграбят. Видимо, русалки. Кто же еще может разграбить дом, который находится под водой? Боже, что он несет? Это просто грандиозно. Обычное дело. Здесь могут быть и другие соображения, другого характера. Во всяком случае, все, что можно делать, делается. Активно очень работает МЧС, повторяю, местные органы власти. Да, Минздрав подключился и ФМБА, потому что мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности. Вы сейчас должны подойти, да? Спустя уже сколько времени? Ну, идите. Там под водой оказались скотомогильники, кладбища оказались под водой. Это серьезная проблема, но она решаемая. Нужно будет подключить, мне министр уже доложил, команду отдал с войска химической защиты. Вместе, вот, объединяя усилия, я думаю, все проблемы решат. В том числе это касается и водоснабжения. Вот сегодня с Маратом Шахизановичем разговаривал, Хуснуллин, говорит, придется прямо заниматься там водоснабжением, новые, значит, там, сверлить эти. Водоснабжением они будут заниматься. Все затопили. Теперь надо заняться водоснабжением. Мало воды там, да? Да, скважины. Ну, работа идет. Скважины? Какие скважины? Все залито. На него смотрят, как на сумасшедшего. Какие скважины? Там болото, все залито водой. Просто. Какие скважины? В каком месте скважины? Сумасшедший. Ой, долбоёбина. По мере того, как вода будет уходить, она уже постепенно уходит, все будет решаться по мере поступления этих проблем. Конечно, много погибло домашнего скота, диких животных, к сожалению. Нам надо будет все это организовать, зачистить территорию. Зачистить территорию от домашнего скота? Если людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами. Здесь... Ну, то есть, сколько людям денег дадут, не говорит. Со знаменитым российским законодательством. Да, понятно. Никто ничего не получит. Все эти условия хорошо известны, они прописаны в наших законах. Все будет делаться так же, как и для всех других граждан Российской Федерации. По каждому домовладению, я уже министру Куренкову сказал, чтобы они активно принимали участие в оценке ущерба имуществу, движимому и недвижимому. Что все будем делать. Оценим ущерб. Я сказал, чтобы оценили ущерб. Кот Александр, «Комсомольская правда». То есть украинцы сразу выплачивают компенсации? Сразу, вот немедленно, единовременная помощь идет. Эти, надо оценить ущерб, стандарты законодательства. Когда-нибудь, что-нибудь мы рассмотрим. Мы рассмотрим что-нибудь когда-нибудь в соответствии с оценками недвижимого и движимого имущества. Ну все ж понятно. Вопрос может быть неприятный, но его нам часто задают люди. У нас нет неприятных вопросов. Очень часто обращаются к нам и читатели наши, и зрители. Ну, вот одинаковые вопросы. Вопрос активности противника в нашем тылу. Не проходит и недели, чтобы не было новостей о беспилотниках, которые либо пытаются бить по инфраструктурным объектам, либо наносят удары по ним. И, естественно, острый вопрос нашего приграничья, особенно Белгородская область. Вот вопрос звучит буквально так. Как так получается, что у нас вражеские беспилотники долетают до Кремля, и почему мы... начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники. Польская речь звучит на нашей территории. Польская речь опять, как в 1609 году
Поляки сейчас возьмут Кремль, польские беспилотники, держава Польска, да, поляки. Поляки, польская речь звучит, то есть это вот они, вот этот русский легион боятся назвать, заметьте, боятся назвать русский добровольческий корпус и легион «Свободная Россия». Это поляки, оказывается, то есть, ну вы же видели обращение этого легиона «Свободной России», сплошные поляки. Одни поляки. Это польская речь была. По-польски наемники там действительно воюют. Вы правы, абсолютно с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные. И жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже. Ну, там вербовка идет наемников прямо в Польше. В других странах. Прямо в Польше идет вербовка наемников. В других странах. Они несут потери. Первое. Второе. Что касается беспилотников. Ну, вы наверняка знаете, коллеги тоже знают. В свое время на Хмеймиме, да, у нас была ситуация, когда эти беспилотники залетели, к сожалению, на территории Хмеймима. Несколько гранат бросили. У нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро научились с ними бороться. Различными способами, средствами. Это, видимо, корректировка. Ну вот, значит, это... Сумасшедший. Просто вот такой вот. Вы бы видели это лицо. Иногда не просто, но решаемые задачи. Ну, здесь, видимо, то же самое. Нужно нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что вот эта традиционная система противовоздушной обороны, ну, вы знаете, наверняка, она же настроена на что? На ракеты, на такие большие там самолеты. На большие самолеты настроена. Их система противоракетной обороны на большие самолеты. А как правило, беспилотники, о которых вы говорите, ну, тоже знаете об этом. Они из современных материалов легких, из дерева сделаны. Вот. Из дерева сделаны. Это деревянными беспилотниками закидывают. Из дерева, вы поймите. Ну, беспилотник из дерева. Из пеньки, из дерева и квасного сусла. И вот он, ну как ты его поймаешь? Никак, он же из дерева. Деревянный беспилотник атакует Россию. Ну реально, на него смотрят, когда это, с какого дерева сделаны беспилотники? Пиноккио их делает или кто? И достаточно сложно обнаруживать их, но они обнаруживают. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. Вот. И это, конечно, делается и будет сделано наверняка. Что касается Москвы и других крупных центров, у меня же сомнений в этом никаких. Ну, надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно... Надо наладить эту работу. Не очень налажена эта работа, да? Понимаем. Было бы лучше, если бы сделано это было своевременно и на должном уровне. Но, тем не менее, эта работа проводится. И, повторяю еще раз, уверен, эти задачи будут решены. Что касается приграничных территорий, то она... Проблема есть. Связана она, и я думаю, что вам тоже это понятно, в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону. Отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Ну, конечно, нужно укреплять границу. Нужно укреплять границу. Укрепили они уже границу. Наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идет достаточно быстро. И эта задача тоже будет решена, укрепление границ. Но... Знаменитыми пирамидками, да? От Гордона. Укрепили они границу. Это да. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, остается. И здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов, так называемых, не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Ну, создали вы уже санитарную зону. Ну, тут санитары нужны, понимаете? Для вот этого чудика нужны санитары. И у них будет санитарная зона. Вот. Где санитары будут с ним работать. Тут другого пути нет, друзья. Вот. Тут либо Гаага, либо санитарная зона. Чтобы эти деревянные беспилотники не летели ему на крышу. Просто я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Ну, надо смотреть
на то, как будет ситуация развиваться. Но в целом там не в Белгородской области, нигде там никого нет. Там и пограничники сейчас работают. И... Никого нет в Белгородской области. Уже никого нет. Вооруженные силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет все таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовиться, согласен. Ну, не подготовились. Ну, плевать. Ну, какие-то жители какой-то Белгородской области, какого-то Шебекина, какого-то там что-то еще, Грайнворна. Ну, какая разница? Ну, не подготовились. Ну, извините. Ну, там же деревянные беспилотники. Проблема будет решена. Или так, как я сказал. Или так, как я сказал. То есть, или как тогда? Владимир Владимирович, подумай, Евгений Богатырка, продолжай тему. Александра, Евгений, пожалуйста. Агентура противника, спецслужб противника, открыто работает на нашей территории. Открыто в плане того, что они даже не отрицают, что охотятся за лидерами общественного мнения на территории России. Убийство Дугина, убийство Владлена Татарского, покушение на Прилепина. И, собственно говоря, понятно, что украинские спецслужбы ведут такую террористическую диверсионную деятельность у нас. Как российское государство будет бороться с агентурой врага? Со спецслужбами врага, которые действуют на территории России. Женя, ваш вопрос, он очень близок к тому, что вот Саша спросил, и, ну, примерно, да, потому что это, ну, примерно равнозначная деятельность по сути своей. Мы должны бороться, мы боремся, делаем это. И, мы делаем это. Вот Дарья Дугина может доказать, мы все это делаем. Некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности и общественности незнакомы. Ну, задержание агентов, сотрудников спецслужб. Кого задержание? Кого? Каких агентов? Кто покушался на этого Захара Прилепина? Где задержаны? Никого. А где Дарья Дугина уехала, это якобы подозреваемая? Кого вы задержали? Что вы смеетесь? А кто беспилотники на Кремль запустил? Задержали? Много человек? Ха, деревянные. Сопредельного государства. Работа идет. Но хочу вот что отметить. Мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами. У нас... Конечно. Конечно. Ведь бить по городам, это какой это терроризм? Это разве терроризм? По электростанциям. Это терроризм? Нет, конечно. Это же, ну, обычная жизнь. В любом... В Швейцарии все так делают. Понятно. Все-таки государство, страна. А там режим. Да, там режим. Там режим. Там люди защищают свое государство. Это режим. И они действуют на самом деле как режим, основанный на терроре. Да. У них очень жесткий введен контрразведывательный режим. Да. Военное положение. Да, но защищают свою страну, называется, да? И это страшное преступление. Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных и специальных служб. И в целом... Куда уж больше расширять специальные службы и правоохранителей. Там и так полицейское государство на 99,9%. Куда еще больше? Не представляете, что стоящие в этом плане задачи, они тоже решаемые. Те трагедии, о которых вы сказали, да? Ну, вы же сами анализируете все это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого. Вот Даша погибла, абсолютно светлый человек, да? Трагедия огромная. Что она что, боевик, что ли, с оружием в руках воевала? Она просто, интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. Но, к сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто же подложили взрывное устройство под днище и все. Подложили взрывное устройство просто? Подложили под днище взрывное устройство? Она же просто интеллектуал, а ее отец просто хочет... мировую войну, и она тоже хотела мировую войну, она ж просто интеллектуал. Потрясающе. Вот. Ну, кстати, это подтверждает лишний раз террористический характер сегодняшнего режима в Киеве. Да. Нужно думать над этим. Да, а убийство Немцова не подтверждает лишний раз террористический режим в Москве. Нет, конечно.